Накануне, в конце рабочего дня, когда центр города переполнен автомобильными пробками, в горе по улице Гоголя напротив Театрального произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пазик с десятком пассажиров, притормаживая, спускался с горы. Перед ним змейка тянулась колонна машин. В тот момент, когда у автобуса отказали тормоза, его водитель Михаил Узенков понял, что в этой ситуации выход один. Чтобы не собрать все впереди идущие легковушки, многотонную махину можно остановить резким поворотом вправо, упершись в бордюр. Только так Михаилу удалось избежать крупного ДТП. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали. Сам водитель Пазика говорит, что это первое дорожное происшествие за его 8-летний стаж работы. Первый раз. У меня вообще первый раз за всю свою историю, сколько я работаю водителем. Первый раз вот такая вот. По оценке прибывших на место происшествия работников ГИБДД, водитель автобуса правильно сориентировался в сложившейся ситуации. Первоначально действие оценки водителя, значит, водитель сделал все правильно при отказе тормозной системы, то есть решил остановить транспортное средство путем наезда на бетонное ограждение. Значит, по факту данного происшествия проводится проверка, будет дана оценка результата действиям водителям и должностных лиц транспортного предприятия, которое выпустило данный автобус на линию, то бишь на маршрут.